убила. Все, мы теперь просто в аду. Ай-яй-яй, нет, я дура! Я думаю, все равно. Канале. Сегодня мы вместе с Анюткой Малюткой будем убегать из тюрьмы и от потного какого-то вонючего страшного жирного мужика. Ну, да. Он такой на обложке, поэтому они сейчас заходят в Roblox. Ну а вы, когда подпишитесь на канал и поставьте лайк перед тем, как мы начнем. Вот такой вот дяденька. У меня он еще, ну и у Маши он пукает. Что мы выберем, легко или легко или трудно? Давай трудно. Так, посмотри, этот вот жирный мужик, вот просто посмотрите на него, какие у него страшные ножки еще. Сейчас мы должны звук включить, чтобы вы услышали, как он пукает. Стоп, подожди, я хочу его, на него посмотреть. Прям так смачно еще. Вот это да. Ну, короче, тут мы сейчас появились в такой вот комнатке. Тут у нас вот такой вот очень лакшери унитаз. Вот тут вот кровать с фишкой. И мы сейчас вот так вот поднимаемся по стрелочкам и идем. Продолжайте бить, написано. Хорошо. Ой. Итак, мы сейчас проходим обе тут типа... Фу, не могу это пройти, Аня, стой, вообще меня жди. Да вот здесь тебя. Да блин, я не могу это пройти. А я прошла. Я молодец. А ты нет. Так, смотрите. Мы вот сейчас на следующем уровне нажимаем. Нажимаю! Я в шипы упала. Это надо быстро очень. Поехали. Нет, надо очень быстро. Опа! О, я прошла! Фу, она в последнее время стала орать, как резная, постоянно, без причины. Это очень раздражает, вы бы знали. Все. Аня прошла. Так, тут теперь лазер. Аня. Маша. Поехали. Подожди. Ой, я застряла где-то. Меня убило. Блин, мне заново теперь. Ну, не заново, а с этих решеток, которые... Я прошла. Я сейчас тоже. Опа. И... Стой, не иди! Я не могу это пройти! От него зеленый дым идет из-за того, что он пукает! Фу, какой кошмар! О, я прошла, все отлично! Что надо делать? Нам нужно... Надо убегать от него! Ой, Аня, он за мной бежит! Страшный против. Короче, нам нельзя податься ему на глаза. Поняла? Так, стой! Стой! Аня, дура! Все. Он за ней бежит. Ой-ю! Фу, перди. Ходим, 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 ходим. Вот, ты слишком... Догнать меня не можешь, лох! Все. Опа. Все, мы от него тупо убежали. Он просто бот. Ха, я тоже. Ой, блин! Ой, блин, реально. Ёшкин, Маша! Мы вот сейчас по трубе должны будем пройти в канализацию. Да, этот бот нас даже не догнал. Все, я прошла в канализацию. А ты упала! Что тут можно купить? Не знаю. Скорость. Короче, чтобы прыгать высоко. Джетпакет. Что такое джетпакет? О, бластер бога. А, это уже какая-то девочка прошла, давай. Да это сложно, я не люблю вот эти. У меня еще пистолет за спиной вот такой вот, со скина моего, очень миленький. Да блин! Я упала куда-то. Опа-опа, быстренько убегаем от этого дебила. Так, ребята, бежим. А ему так все равно, что мы вот на трубе. Вообще. Мне кажется, он не в адеквате. Он пердит. Пердит вообще, что за... Вот чел. Ребята, у которых там, я не знаю, ну, папа охранник, да, допустим. У вас тоже они, вы, ваши отцы пердят на работе? Маша! Я заново опять прохожу ей. Ну как, только эту трубу дебильную. Сейчас все будет. Ждем. Эй, ты. О, в тубик, тубик. Маша, тубик. Опа. А чё оно закрыто, Аня?
надо на кнопку нажать! Маша! А я-то что, сама виновата? Все, пошла, на! Фу, без меня никто никуда никогда не справится. Так, вот мы в какой-то канализации, Аня вот там вот падает. И мы идем. Так, тут вот это закрыто тут. Вот такой, посмотрите, какой чистый туалет. Но он не очень чистый. Вот тут кто-то написал. Тут кто-то... О, Ань, нам сюда. А я уже побежала. Фу, посмотрите, это, походу, тут полицейский. Опа, посмотрите, все, мы теперь просто в аду. Да, согласна. О, свечи. Тут так жарко, еще свечи поставили. Вообще ненормальные. Я упала? А как оно работает? А, сейчас, я поняла. Все, я поняла. Да. Юшкин кот. Ай-яй-яй, нет, я дура. Это вы все знают. Ю! Не надо торопиться. Опа-опа. Оба-те-джао. Я, там невозможно, но у меня не успевается. Так, я... У меня сейчас я буду... Я сейчас разозлюсь на эту игру дебильную. Да блин! Чё за дебилизм? Просто какой-то кошмар. Но эта игра хотя бы интересная, а не всякие вот эти обе, которые по дефолту у всех одинаковые. Так, Аня. Чё? Стой. Проходим. Нет! Фу, стой, я первая, потом ты. Потом этот чел. Да, Маш, да ты меня в лаву скинула! Вот что он саппортит? Да дебилы! Ребята, это какой-то кошмар. Да мы сейчас будем этот лаву дебил-то проходить 3 года. Так, Аня, давай. Давай, Аня, у тебя все получится. Меня это очень раздражает. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мы это прошли. Да. Пожалуйста. Ёшкин, да мне... Да блин! У меня, ты понимаешь, я прыгаю на последний, у меня просто... Я не могу идти. Вот вы на повторе посмотрите. Да блин, да мне девка мешает. Девка надоела. Ой! Упс. Просто я первой иду. Да ты зачем мне все сломала, дурочка? Вот мне она тоже мешает. Давайте встретимся, когда мы пройдем этот уровень, потому что это очень долго. Мы прошли, наконец-то, идем дальше. Ой. И вы не представляете, ой, я первее Маши прошла. Ага. Здесь мы входим в какой-то череп, у которого глаза огонь. Какой-то серебряный. И проходим какой-то. Ой. Очень страшно. Нас тут сейчас колят просто какие-то зубочистки в бока. Зубочистки. Опа, я прошла. А что тут? А, камень. Камень, отлично. Аня ничего не может пройти вот так вот. Вот тут вот, короче, вот видите, тут катится вот этот шар, камень. И вот нам нужно вот, вот видите, тут вот этот вот, где горит свечка. Вот нам туда нужно, факел точнее горит. А потом вот туда, там еще один факел горит. Короче, достаточно легко, понятно. Все, стоп, ждем пока камень. Аня! А я уже сама сдохла. Он упал куда-то. Катится, Маша! А, у нас просто камень еще раз. Ой, я успела? О, мы бежим! Ой, я прошла, Аня, все, тут лестница. Ты можешь, да почему ты за меня все проходишь? Потому что ты слишком долгая. Мы можем включить топ море и пройти. Че? Топ море. Топ море, топ море. Топ море. Топ море, топ море. Все. Аня прошла, точнее я ей прошла. Все, и мы сейчас идем дальше, поднимаемся наверх. Опа, посмотри. У него жир в шлем. В капкан, в капкан. Ой, не надо попасть в капкан. А, это что такое? Ты дебил?
Меня съели. Нет, уже. Почему они все такие жирные и стрёмные? Ну что, меня спрашиваешь, я откуда знаю? Так все, я два раза уже ударила. Мне остался еще один. Да вообще ноль. Ты один раз. Я один раз. А что, три раза я сделала, и что мне теперь? Два. И что? А-а-а! Теперь за него дверь открылась. Сейчас мы его обманем. Хоботик пока. Да как так? Это невозможно, Аня! Да блин, да блин, блин, блин! За мной бежит в любом случае. Зачем ты бежишь за мной? Я не знаю, что тут даже делать. Да блин, ну... Короче, ребята, мы не понимаем, что тут делать. Тут это вот дверь, тут нужно в нее пройти, а тут он мы не можем пройти, потому что он нас убивает. Поэтому, когда мы научимся думать, мы снимем продолжение. А если хотите продолжение как можно быстрее, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока-пока.